Что угодно может затронуть это нади в вашем сердце, после чего вы начинаете испытывать любовь к кому-то. И вместо того, чтобы сфокусироваться на объекте или на человеке, сфокусируйтесь на том, откуда это поднимается. И тогда вы сможете использовать каждое притяжение как средство для глубокой медитации. Потому что когда идешь из уровня притяжения, оно кратковременно. Либо объекта не станет, либо вы потеряете это чувство. Но если вы просто посмотрите внутрь и усвоите это, тогда вы увидите, что природа нашего сознания — это любовь. И вы перейдете от притяжения к любви, к преданности, к истинной любви.